каких местах в намазе желательно поднимать руки? Вопрос очень важный, ибо очень часто наблюдаю, как много людей поднимают руки во время такбира в тех местах, где это не следует делать, то есть где это не является сунной. А следовательно, это будет лишним телодвижением во время намаза. А сунной является поднимать руки в четырех местах. Первое место – это когда мы вступаем в намаз. Второе – когда мы отправляемся на поясной поклон. Третье место – при поднятии с поясного поклона. И четвертое – при поднятии на третий ракаат, то есть по завершению чтения ат-тахият или ташахуда. А в остальных случаях поднятие рук во время Аллаху Акбар не является сунной. Также хочу отметить то, каким образом является сунной поднимать руки. Руки желательно, согласно сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, поднимать до уровня ушей вот таким вот образом, чтобы они были выше плеч и чтобы наши пальцы были противоположны целиком нашим ушам.